Біфренд. Працюй спокійно та ефективно. Це проект «Супермама». Тут четверо дуже різних матусь щотижня з'ясовують, хто з них насправді супер. І цього тижня змагаються мами з Києва. Знайомтеся. Мати-героїня Ліля. Я мама шестерих дітей. Якій вистачає енергії і на шістьох дітей, і на улюблені хобі. Я танцюю бачату. Мама-фотомодель Даша. Женщина должна выглядеть на все 100. Чия п'ятирічна донька знається на брендах і трендах. А как тебе мой самый модный цвет? Самый модный – это зеленый. Согласна. Мама на коні Леся. Я треную людей і коней. У мене є свій власний кінний клуб. Яка залучає трьох дітей до сімейного бізнесу. Мої діти доглядають за кониками, чистять їх, сідлають. Та мама-цариця Ірина. Я Ірина Царіцина. Я пишу мандали. Яка завдяки жіночим практикам впевнено керує чоловічим царством. Я мама троїх мальчишек. В домі у нас матріархат. Матусі вже познайомилися з модною донечкою Даші. В її колекції Dolce & Gabbana, Dior. Та з'ясували, скільки уваги їй приділяє мама. Зразу в роддом пригласили няню. А скільки часу Полінка проводить в садіки? Весь день. Мама не хоче материнські обов'язки виконувати. А в гостях у Лесі... У нас безлад. Конюшня чистіше, ніж на кухні. Делегація матусь долучилася до її сімейної справи. Ковырятися в навозі – тяжеле фізичне заняття. Цілий день не більше 10 куч. Дійство у них повинно бути не в навозі. А зараз у свій чарівний світ, сповнений гармонії та натхнення, запрошує мама-цариця Іра. Я Ірина Царіцина, мені 49 років. Моя фамілія – це моя візитна карточка. Мені дуже подобається відповідати своїй фамілії. Я замужем. Мой муж – пілот, капітан воздушного судна. Я мама троїх мальчишек. Їх звуть Бажен, 16 років. Мілан, 13 лет, і Стефан, 12 лет. В домі у нас матріархат. Спасибо, синок. Меня все слушаются в семье и слышат. Насыпь, пожалуйста, деткам плов. Я достаточно реализованная личность. Я получила очень хорошее образование. Музыкальное, режиссерское. Работала на радио, телевидении. После рождения детей начали открываться творческие способности. Пишу обалденно красивые картины мандала на холсте. Ведические знания в своей жизни я применяю уже около 15 лет. Быть женщиной – это дар. Женщина отвечает за отношения в семье. Она формирует специальную атмосферу, чтобы в доме никто не ругался. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. С самого детства я прививаю своим детям духовные ценности. Они уже владеют настоящими глубокими ведическими знаниями. Так, ребята, ну что, вы готовы в школу сегодня с хорошим настроением идти? День сегодня у вас хороший. Я посмотрела по лунному календарю. Все новые начинания можно сегодня делать. Я воспитываю настоящих мужчин, которые должны уважать свою женщину. Женщина – это цветок. Я супермама, потому что я наполненная женщина, которая может вдохновлять мужчин на подвиги. Іра живе за 20 кілометрів від Києва. Даша запізнюється, а дві інші матусі вже прямують до її царського палацу. Мені було дуже цікаво побачити, як живе Іра. Вона жінка, яка в першу чергу любить себе.
И мне было интересно заглянуть в ее женское пространство. Дом очень дорогой, красивый дорогой ландшафтный дизайн, видно, что за ним смотрят. А Іра тим часом готується занурити гостей у ведичну культуру, яка принесла в її життя гармонію та успіх. Я зробила всякі ритуали, благовоння, свічі. Привіт! Доброго намаскар. Дня! Намаскар! Намаскар – это точно так же, как и намасте. Я приветствую божественную суть в тебе. Это мои крылья, я их рисовала много лет назад с умыслом таким, что человек, который приходит сюда, развивается, снимает крылья и отдыхает. Потом, когда ему нужно уходить, он одевает их обратно и идет в мир творить добро и прекрасное. Метафора красива. Весь образ Іри и ці крила, и цей будинок – от у мене якраз пазл зійшовся повністю. По нашим українським традиціям, якщо ти йдеш до людини першого разу в будинок, то ти несеш з собою обов'язково хліб. Тож прийми від нас. Спасибо большое. Это первый раз у меня такие гости с хлебом. Я очень благодарна. Я думаю, что Іра мало очень знает українських традицій, и ей надо в этом еще покопаться. Для меня любовь к себе на первом месте, поэтому я хочу с вами поделиться тем, с чего я начинаю свой день. Пойдемте? Да, это же цікаво. С великим задоволенням. Это тайная комната, лично мое пространство, где я себя наполняю женской энергией. Это моя ванная комната. Ага. А сколько квадратных метров? Где-то 40. Как три денника у моих коней. Мое детство прошло в частном секторе, где туалет был вообще на улице. И мы купаться ходили в баню. То, чего мне не хватало всегда, вот ванной красивой, я ее воплотила уже во взрослой жизни. Это мое интимное, приватное пространство, где я наполняюсь, потому что я знаю, насколько это для женщин важно. Когда мы в самолете, нас учат, что маску сначала надеваем на себя, потом на детей. Точно так же я должна наполниться для того, чтобы что-то давать. Або є в тебе щось, що ти можеш віддати, або в тебе його немає апріорі. Я не вважаю людину якоюсь там чашею чи якимось сосудом, який треба штучно наповнювати. У мене дещо інша філософія. Мені здавалося, що в туалеті не наповнюються, а навпаки. Ну, це ж не зовсім туалет, це мій маленький спа-салон. Я сомневаюсь, що по фен-шую жінка повинна наповнятися енергією. Вместе с унитазами и биде. В моем понимании котлеты отдельно, мухи отдельно, все. Комусь захотелось в туалет, кто-то тут сів, я вибачаюсь, ну, физиология, а ты тут, ну, красу наводишь. Эта комната лично моя, сюда никто не приходит, здесь никто больше не справляет нужду, никто здесь не моется, это мое отвоеванное пространство. Комната все-таки возле спальни мужа и жены. Ну вот, ты там медитируешь, вдохновляешь, муж должен справлять свою нужду, бежать вниз. Слухай, мне здалося, чи це холодильник? Ти тут не тільки наводиш красу, а ще й їси? Така дуже незвичайна штука в санвузлі. Там можна подивитися, що там? Ну, рискни. Ага, вуаля. Там були креми, там були засоби догляду за шкірою. У меня два этажа в доме, и каждый раз бегать вниз основной холодильник, чтобы взять там маску или крем, это утомляет. Наверное, косметика дорогая. Я себя люблю, и я себя не обижаю. Для своего возраста Ира выглядит прекрасно. Она любит себя, и от любви к себе приостановила процесс старения. А какие ты процедуры любишь делать для себя? Я натуралка, у меня все свое. Я не хожу к косметологам, мне просто некогда. Многие процедуры делаю себе сама. Я делаю массажи для лица с специальными маслами, пользуюсь только натуральной косметикой, профессиональной косметикой. Каждый день я делаю маску. Утром я просыпаюсь очень рано, я посвящаю это время себе.
Ирочка, а почему ты не ходишь к косметологу? Я свое лицо не могу никому доверить, потому что это мое лицо. Все вот эти современные методы омоложения, женщина теряет свою идентичность, на мой взгляд. Они становятся одинаковые. А я хочу быть узнаваемым. Мені дуже імпонує Ірина думка про те, що не обов'язково ходити до косметологів, тому що краще, ніж сам за собою, ніхто за тобою не догляне. Немаловажну часть моєї житті грають аромати. Я без них не можу жити. Я ими наповняю себе, це пространство. І сьогодні я би хотіла поділитися своїм утренним ритуалом, як я накладываю на себе аромати. Інтересно дуже. Аромат всегда повышает мне тонус, улучшает мое настроение, выравнивает эмоции. И, между прочим, ароматы влияют на гормональный фон женщины. Первый аромат я сейчас вам нанесу сюда на запястье. И хочу, чтобы вы понюхали и сами сказали, что этот запах для вас напоминает. Делайте глубокий вдох. И на выдохе можно как бы руками свою ауру вот одеть в этот запах, если хочется. А теперь скажите, вот что для вас этот запах и нравится ли он вам? Дуже подобається. Я знала, что тебе понравится. А знаешь почему? Это стихия, как вы думаете? Какая это может быть стихия? Земля? Да, это земля. Оно пахнет. Это первый энергетический центр. Это мать, это забота. Вот почему он вам автоматически вошел. Земля, вона була якоюсь такою близькою, рідною, теплою і в той час ненав'язливою. Слідуючий аромат. Розтирайте. Я його майже не чую, до речі. Этот аромат ще відповідає за сексуальну життя жінки. Тому що це любовниця. Це було просто... великолепно. Цей ритуал надягання ароматів, я б його хотіла повторити в себе вдома. Мені це сподобалося, я сама так хочу. Я навіть не сумнівалася, що мій ритуал красоти їм дуже подобається. Дівчатки, я хочу вас пригласити ще в одне священне місце. Це місце, де я отримую і вся моя сім'я дзен-пищеварення. Моя чистейша кухня. Йдемте. Кухня – священне місце, тому що там приймають пищу мої всі домашні. Знаете, говорят мудрецы, в доме, где пахнет пирогами, едят пирожки, а не друг друга. Ух ты, как ты просторно, красиво. Присаживайтесь. Нямські. Сосиска вариться, матуся не париться. Я просто позаздрила, наскільки у Іри чисто на кухні і взагалі в будинку. О! Здрасте! Прошу прощення за моє вторження, якщо можна, я присяду. Даша ворвалась в пространство, я дуже удивилась. Я, чесно говоря, вже Дашу і не ждала, що вона прийде. У меня был запланирован прием у врача, у доктора. В связи с этим мне пришлось задержаться. Доктор-дерматолог. Здається, це якась така, ну, аж неповага до нас у всіх. Запізнюватися на половину дня заради косметолога, якого ти можеш відвідати в будь-який інший день. С удовольствием бы перенесла, но, увы, за 3 месяца запись. Сейчас я хочу угостить вас аюрведическим десертом. Он такой разноцветный. Выбирайте любой цвет, это тоже диагностика вашей ауры на самом деле. Десерты все натуральные, сама готовила. Скажите мне, как вы думаете, что там внутри? Горишки. Горишки, понятно. А шуше? Финик. Есть финик, да. Мне очень понравилось. Это вкус зелененькой рафаэлки с фисташковым напылением такое. Правильная еда, красивая еда. Это не кусок убитого животного. Здесь природное, то, что дала нам сама природа. Я не ем мясо уже 12 лет. Мне попала в руки книга о вегетарианстве. Я ее прочитала, нарыдалась, закрыла и сказала, я никогда больше не буду есть мясо. Что касается детей, они тоже вегетарианцы? Да, мои дети вегетарианцы. То есть полностью вся семья? В нашем доме никто не ест ни мясо, ни рыбу. Для того, чтобы перевести мужа на вегетарианскую диету, я училась, я посещала специальные курсы.
И вот когда я научилась готовить и предложила ему совершенно другую кухню, ему очень понравилось. Я считаю, что для нормального развития детей жизненно необходимо мясо, настоящее животное мясо. Слушайте, а хлопцы, они не просят мясо? Я не категорична. Бабушки спасают моих детей от голодной смерти. Отвоевали мы там курицу, вы понимаете, да? Потому что я очень часто слышу в свой адрес, что я не мать, что я плохо кормлю своих детей и так далее. Я говорю, дети, я не смогу вам мясо приготовить. Поэтому если там хочется котлету по-киевски, это уже к папе. Папа может их куда-то вывезти и накормить, или к бабушке отвезти. Якщо взяти до уваги всі факти, озвучені раніше, а саме, у Ірини є величезна ванна кімната, куди вона нікого не пускає, кухня, яка належить тільки їй, а також те, що вона нікому не дозволяє їсти м'ясо у своїй присутності, хоча рідні того хочуть. Я можу зробити висновок, що переді мною дуже егоцентрична особа. Такі люди поважають власні кордони, утім порушують кордони інших і живуть за принципом, що є дві думки – моя і неправильна. Я хотів би з'ясувати, як у цьому домі почуваються діти. Як гості чи як повноправні члени родини? Слухай, а чоловік готує? Ні, у мене муж навіть чашку зі стола не убере. Серйозно? Да. Тобто ти все сама робиш? Да, мені подобається. Весь быт полностью на мне. Я не прошу его лампочку прикрутить или гвоздик забить. На это, я считаю, есть специалисты, которые сделают это лучше. Хорошо, тогда вопрос. Какие у мужа обязанности? Мой муж зарабатывает, обеспечивает нас всех. Это моя опора, оборона, мои плечи. Это все. И? Все. Этого достаточно. Этого достаточно. Я мужа не гружу домашними делами. И домой он приходит отдыхать и расслабляться. Я царица этого дома. Здесь управляю я, здесь матриархат полный. У мене створилося враження, що ти в цьому домі і цариця, і служниця. Я дома не служанка, я муза. Ир, а можна я вспоминаю нашу першу з тобою зустріч? Ви мене всі прям так осудили за моє матеріальне. Чашечки у тебе, я так понимаю, Эрме? Да, Эрмес. Дві чашки? 350 євро? Это ж сколько сервизов можно купить? То, что я зашла и увидела, для меня это вау. Хоромы. Живет царица. Убранство пышное. Резьба по дереву. Ну, разве что золото не стекало с потолка. А ты думала, я в хижине живу? То есть, вот возможно, все может быть. Материальное у тебя на каком месте? Интересно. Почему-то сложилось мнение, что духовные люди, ну, стремящиеся к духовной жизни, они почему-то должны быть бедны. Должны жить в пещере и медитировать в трусах. Женщина, которая может вдохновить своего мужчину зарабатывать и делать все это для нее, это и есть моя духовная практика. Я стараюсь быть всегда привлекательной. Я всегда вкусно пахну. И я его вдохновляю своим состоянием. А ты завжди так ходишь дома, до речи? Дома я всегда красива. Я готовлю в кольцах, понимаете? А навіщо? Тобі не вистачає своєї енергетики, щоб, ну, це все налаштувати? Тобі треба якісь додаткові артефакти для цього? Чи... Да, мені подобається, красиво. Муж, глядя на мене, вдохновляється на нові подвиги. Іра, як особа егоцентрична, здається, привласнила матеріальні здобутки свого чоловіка, мовляв, це ж я його надихнув заробляти. Насправді, це велика жіноча омана так думати. Чоловік або вміє і хоче заробляти, або ні. Звісно, ви як жінка можете створити сприятливі умови вдома. Але не думайте, що саме ви здатні вплинути на його кар'єрні амбіції. Я просвіщаю інших жінок, учу їх, як отримати матеріальне благо, не напрягаясь. Женское предназначение – вдохновлять мужчину на то, чтобы он шел вовне и приносил материальное благо женщине. Как же в вашей семье распределяется бюджет? Все деньги находятся у мужа. Я беру столько, сколько мне нужно. Я научилась в браке просить деньги. Для меня это не унизительно. Наоборот, мне это приятно делать. А мужу приятно делать мне подарки. Когда я начала применять ведические знания, то поняла, что отношения с мужем становятся намного теплее и ближе. А как же ты вдохновляешь своего супруга на подарки?
Я владею очень многими секретами. Я посвятила свою жизнь изучению древних знаний. Вот один из таких секретов. Если вам что-то нужно, вы хотите какой-то подарок своего мужа, вы готовите кушать сами. Никто больше не готовит в доме. Мужчина, когда приходит с работы, он не расположен рассказать, как у него прошел день. Потому что он голодный, злой, уставший. Усадите молча. Ой, ты мой хороший, садись, садись. Все, сел. И вот когда он кушает, желательно, чтобы вы сели рядом. Просто смотрите, как он ест. Так кротко, так вот. Проходит 15 минут, он уже расслабился, все хорошо, все так было вкусно. Вот вы тогда уже можете говорить, что вы хотите. Его психика готова, то есть он автоматически хочет вам отплатить. Дурастика, я можу уявити, от я прийшла з роботи, чоловік приготував мені їсти. Я сіла їм, а він сидить і дивиться на мене. Та мені в горло нічого не полізе. Стародавній метод, який описує Ірина, називається маніпуляція. Можливо, він і працює в цій родині. Утім, найкращий спосіб щось отримати – це відверто про це попросити, пояснивши партнеру, чому для вас це так важливо. У психології це називається пряма комунікація, і саме вона є запорукою близьких стосунків. А який найдорожчий подарунок? Я не могу это сказать. Вообще материальные вопросы, кто что сколько стоит, я вообще никогда ни с кем это не обсуждала. Самый дорогой подарок, это не пафосно, это он мне подарил троих пацанов. Не понимаю, почему Ира прибедняется. Первое, что бросилось в глаза мне, это дорогущий Мерседес, который в свое время стоил около 130 тысяч долларов. В моей семье муж – это мой бог. Царица и Бог, как они вообще сосуществуют в одном пространстве? Я вдохновляю, обо мне все заботятся, меня все защищают, понимаете? От кого тебя защищают? Вышла там на улицу погулять, там, допустим, мужчина какой-то подошел знакомиться. А чему он подойдет? А ко мне всегда подходит знакомиться. Это вообще улет какой-то. Почему я не крашусь? Потому что если я накрашусь, все, ко мне обязательно кто-то подойдет. Ну я, слушай, ну намазана я медом, чем я намазана? Промова, ця вся концепція захисту, що вона слабка жінка, її потрібно захищати, ну це ж фактор маніпуляції. Щоб чоловік постійно був коло неї, і хлопці були біля неї, як біля квочки. Ірочка, у тебе троє синовей. Хто тобі допомагав з ними? Со мной жила 10 лет женщина, которая была и няней, и помощницей. Взяли человека, который помогал мне хоть немножко, хоть как-то отдыхать. Потому что дети погодки друг за другом, это как тройня растет. А ты в это время работала или ты... Да нет, я же тебе сказала, я муза. Я работаю, когда я хочу работать. Если надо мне там где-то поработать, я все так, мама идет. Работает, мама пишет картины. Слухай, от мені завжди було дуже цікаво подивитися в холодильник до справжнього вегана. Можна? Можна. Давай. Дякую. Чекайте, це що, котлети? Девочки, да, это котлетки, это индийское вегетарианское блюдо, называется кофта. Так, ага. Сардельки вегетарианские. Ирина кухня меня впечатлила своей чистотой, а холодильник своей пустотой. Пустотой для мужа. Муж, он все-таки мужчина и мужик. Скільки часу на день ти готуєш їсти? Три рази в день я готовлю їду. Їда, яка стоїть більше трьох часов, вважається, починається у нього процес розпаду. Тому я стараюсь готувати все саме свіже. Приготовили, з'їли, приготовили, з'їли. Я думаю, якщо жінка готує тричі на день, це говорить лише про одне. В неї є на це час. Іра, у тебе на полочах я не бачу радіаціональних лікарств. Традиционных? Да. Потому что я использую только БАДы. Я не пользуюсь традиционными препаратами. Это или аюрведа, травы, гомеопатия или вот такие вот БАДы. Все. А лекарства для детей? Ну, я практически не использую. Я на эфирных маслах. У моих младших детей нету даже медицинской карточки. Так как они родились дома, не было смысла их врачам показывать. Не варто забувати про те, яка смертність була раніше, коли жінки народжували вдома. Мій чоловік – лікар, який працює в пологовому будинку, і я сама побоялася народжувати вдома. Хорошо, вдруг что-то с ребенком случится, карточки нет, как дальше? А зачем она нужна? Что в той карточке можно увидеть? Чем болел? Ну, ничем не болел.
Все дети болеют очень часто, поэтому сомнительно мне, что у Іри діти зовсім не болеють. Мене бентежить те, що Ірина зовсім не визнає традиційних методів лікування. Адже є багато хвороб, що неможливо вилікувати аромамаслами. Наприклад, пневмонія. Схоже, в цьому аспекті виховання Ірина досить егоцентрична і вважає себе розумнішою за медиків. Це наша гостина. Зараз минути на минуту вже діти підійдуть. Уже время, когда дети возвращаются со школы. Гостиная Иры – это просто царский покой. С этими огромными тронными креслами, диваном. Очень много картин. Это то, что ты рисуешь, да? Как я понимаю. Да, все картины в этом доме нарисованы только мной. Я художница гармонизирующих картин по васту. Это как фэншуй, только фэншуй взял свои корни от васту. Это индийская гармонизация пространства. Я пишу в месяц 3-4 картины. Иногда я могу за месяц продать 2 картины, иногда 3, иногда ни одной. Это спонтанный процесс. У меня цены лояльные на картины от 5-7 тысяч гривен. Ирочка, вот мебель такая вот громоздкая, ее очень много, 3 детей. Они как ходят у тебя вот так? Между креслами, между столами, очень много всего. У меня дети никогда не рисовали на стенах. У меня дети никогда ничего не рушили, не разрушали, потому что мы за ними всегда следили, да, всегда с детьми кто-то был, или нянька, или я. И когда они там ударялись, там, машинкой, например, там, в диван, что-то происходило, мы объясняли, что тебе нравится? Да, красиво, да, давай это беречь. Они выросли в этом, то есть они здесь не пакостят. Детям нужно уделять внимание, вот, и учить их этим вещам. У мене склалося враження, що діти в цьому будинку наче в гостях. Діти повинні проживати своє дитинство, повинні бути активними в будь-якому домі з будь-якою мебелью. У тебе немає хатніх тварин ніяких? Ні. Я в домі не приймаю животних. Вони своїм поглядом оскверняють пищу і так далі. Як вони можуть таке зробити з їжею? Ну так вважається, согласно ведичним знанням, ну такою енергією воно обладає. Воно животне, воно не чоловік. Це домашні тваринки. Для дітей, для їхнього розвитку, для їхнього формування це дуже важливо. Тим часом додому після занять якраз повернулися сини Іри. Поцілуй маму. Іди, мої діточки. Привіт. Привіт, привіт. Мене звати Бажен. Мене Мілан. Мене Стефан. Імена приходили містичним образом. Бажен, я просто його услышала і влюбилась з першого разу. Второе ім'я, я услышала ім'я дівчинки Мілана і подумала, жінські імена произошли від мужських, значить, є ім'я Мілан. А Стефана ім'я я знайшла в церкві. Помню, молилась перед іконостасом і смотрю, святой Стефан. І я поняла, буде Стефан. Що це у вас за форма така? Воєнського училища. Яке училище? Ну, ліцей кадетства. По стойке смирно стали, там хіба що честь не віддали. Тобто ви основну частину часу проводите не вдома, а да. В казармі? О, так вони вдома майже не живуть. Бажен, а ти теж учишся в кадетстві? Ні, я учусь в звичайній школі. Бажен з 6 років займається в школі для одарених дітей в Києві Лисенка. Він піаніст. Мальчики з кадетства дуже смущались і стіснялись, а Бажен навіть присів. Он хозяин этого дома. Мы бы хотели послушать, как играет Бажен. Сыграешь, сыночка? С удовольствием. Зіграв віртуозно. Готовий, сформований артист. Я дуже часто плачу, коли він грає, тому що
Он умеет через звуки дотронуться до моей души. Ты знаешь, Ира, вот такое сейчас вот у меня состояние, как вот в царской семье, да, дети-кадеты, играет прекрасное фортепиано, и вот ощущение такой именно царской обстановки. Вот сейчас я в эту твою обстановку как раз въехала. Ирина жизнь – это просто роман, который сошел со страниц книги в реальность. Девочки, я вам предлагаю подняться наверх и увидеть царство мальчиков. Покажете мальчишки? Да. Да. Тоже интересно было. И это комната мальчиков. Да, здесь они спят, здесь они отдыхают. У них тут как мини-квартира. Такая маленькая детская комната, в которой живут три мальчика. По сравнению с Ириным туалетом, детская комната была чуть больше Ириной прихожей, где она встречала гостей. Дитина – це така сама людина, тільки маленька. І вона повинна мати свій особистий персональний простір для свого розвитку. Понимаешь, девочки и мальчики воспитываются по-разному. Вот для мальчишек это вот как казарма. Они должны быть вместе, они должны уметь строить отношения, ругаться, сопротивляться, соревноваться. Это их природа. Да? Да. Да. А цвет обоев кто выбирал? Мальчики согласны с этим цветом? Выбирала просто я, спокойные такие тона, умиротворенные. Даже тут Ира внесла свою лепту и сделала все по-своему. Цветочки в комнате у пацанов. Ира, скажи, пожалуйста, а почему два мальчика в казарме, а один мальчик дома? Потому что он более любимый или как так получается? Все любимые дети, хотя они, конечно, все борются за мою любовь. Но я учитываю интересы и склонности моих детей. Если старший с детства одаренный ребенок и учился в спецшколе. Малыши попробовали учиться тоже в этой школе, пару лет поучились, и учителя попросили перевести, ну, потому что, то есть, есть способности, но минимальные. До старшого сына мне здалося больше уваги, ніж до молодших. Я вважаю, що треба рівно ставитися до всіх дітей, щоб не викликати в них ревнощі між собою. У них нет такого музикального таланта, как у Бажена. Но у них есть какие-то другие, наверное, таланты, которые со временем проявятся. Порівнюючи дітей, виділяючи когось одного, ви робите ведмежу послугу всі. Молодші сини Іри через брак маминої уваги можуть почуватися неповноцінними. У майбутньому це може вилитися у бажання заслужити любов та всім догодити. Або навпаки, у погану поведінку, аби привернути увагу. У старшому ж сині Іра плекає впевненість, що він кращий за інших. Натомість краще хвалити всіх дітей однаково та уникати порівнянь, особливо при дітях. Бажен, а тобі б хотілося б з ребятами в кадетському бути? Чесно, ні, я б не хотів би. Я хочу стати професіональним музикантом, зробити, можливо, свою групу. Тобто займатися любимим ділом своїм. Мені кажется, мальчики как-то ревнують Бажена к мамі, потому что он дома живет с мамой. А они живут в кадетском лицее. Мы пробовали разные школы и остановились на кадетах, потому что там все в одном флаконе. Они получают образование на всех уровнях. Это языки, борьба, стрельба, верховая езда, бальные танцы, музыкальная школа. Там очень хорошая школа. Они учат там уроки. Пока не сделал уроки, не встанешь, не пойдешь отдыхать, не пойдешь гулять. Правильно мама говорит? Там все четко по графику, все четко по расписанию. Там, извините, 10 уроков в день. Ну, график как в армии. Вочевидь, у Іри є стійке уявлення щодо того, як ростити справжніх чоловіків. Це конкуренція, дисципліна, суворий режим та життя в казармі. Однак такі умови підходять не всім дітям. І це залежить не від статі, а від темпераменту та стресостійкості дитини. Хотілося б дізнатися, чи почуваються комфортно саме ці хлопці в такій школі. Я воспитываю породистих самцов.
Слухайте, серйозно, вона про своїх дітей, про своїх хлопців, так? В мене породисті коні, жеребці, і Іра хлопців, людей називає самцями. Якось воно мені різнуло вухо. Ну і мені подобається, що мальчики все-таки в школі для мальчиків. Там дівчаток нету за партою. Вони не відвлікаються на дівчаток. Правильно? Так. Да. Іриним хлопцям вже саме час дивитися на дівчат. Вони повинні цікавитися дівчатами. Як же тоді відбувається взагалі спілкування з дівчатками? Тобто, ну, дівчатками, ребят. В школі кадетства, прямо на другому поверсі, школа леді. І коли у нас про бальні танці, то ми, звісно, не самі танцюємо, а що школа леді. І вас учать правильно вести себе з дівчаткою, да? Тобто? Такого уроку, звісно, немає. Ну, як? Просто є бальні танці, і ми танцюємо. Девочки, я вас оставляю, узнавайте, что у них да как, а я пойду готовиться к ужину. Хорошо, мы с Лачкой пообщаемся. Как вам в одной комнате? Хотелось бы каждому свою? Ну, не знаю, каждая комната распределена. Я заметила, что мягкие игрушки на кроватях. Вы спите с этими игрушками или это так, для красоты? Когда я сплю, мне когда их обнимаю, ну... Мне как-то не как-то хорошо становится. Вот прям. То есть, ну ты, это твои игрушки, ты с ними действительно проводишь да. время. На вид взрослый мальчик, но спит с мягкими игрушками. Чего ты так сказал? И мне прям так стало его как-то жалко. Наверное, не хватает им все-таки женской вот этой вот материнского. Стефан, мабуть, його постійно зацитькують. Та помовч, та помовч, та тихо, та все рівно ти нічого розумного не скажеш. І оце все сформувало такий комплекс мовлення. Хлопці, поки мама не чує, ви скажіть, де вам більше подобається, вдома чи в кадетстві? Більше вдома мені подобається. Звісно, краще вдома бути. За скільки ви встаєте в казармі утром? Я лично в 6:40. А якщо ти, наприклад, не захочеш там встати? Ой, страшно буде. Ну, наприклад, що, бити будуть? Боже, в тому випадку, це або 200 присідань, або 200 віджиманів. Учні буває піхають, ну, прям так нормально піхнули мене коли-то. Вчитель. Да, я чому мене пихнули? Я сказав, за по правилам, типу, по бумажці, він сказав, там я за тебе несу відповідальність, я з тобою можу робити, типу, що що угодно. Коли я, ну, как бы, лудею, то він говорив, що такое якобы в статуті не запрещено. Як це не запрещено? Ну, как сказати? Це заборонено законом України. Та якби в школі, де мої діти навчаються, якби таке було, то той вчитель вже б там не працював, я вам це гарантую. У мене навіть директор. Он пихнул меня со стула. Меня тоже пихал директор. Директор тебя не пихал. Пихал! Да, ну, вот начинается. У нас еще есть такой учитель, но он прям такой злой. Хочу орать на меня. Может, линейку ударить по голове. Линейкой по голове учитель вдарить? Да. Это в этой школе кадетства? Да. Он прям сбил учеников. Были такие милые, хорошие мальчики домашние, а потом их резко махом одним в казарме, там, где бьют линейкой. Це юридичний злочин. Будь-який фізичний контакт вчителя і дитини, він неприпустимий. І ви не казали про це батькам? Вчителя просто говорять, що такого не було. Учителя в основному мужчины. Они растят из них мужчин, ответственных существ, а не размазню. Возможно, Ира их отправила в кадетство, чтобы детей воспитывали мужчины, потому что некогда их воспитывать. А в кадетстве ты дерешься с мальчишками? Ну да. По крайней мере, в самой сильной классе. Ты уже мерился силой? Да. В кадетстве у меня нет друзей, лично у меня. Был синячок на левой на стеке у него, он уже уходящий. А маме звонят потом или папе говорят, что вот ваш да. сын обидел. И как мама с папой на это реагирует? Мама у меня просто, ну, говорит, не объясняет, что мириться сил надо именно с перчатками и со шлемами. Я помітила, що у вас з мамою дуже такі зворушливі, ніжні стосунки. Вас це не дратує? От ви ж хлопці, ви ж чоловіки. Ні. Ні, нам подобається? Так як це все-таки наша мама. Наоборот, приємно, коли ти приходиш в школу, тебе мама відповідає. У вас щось є, що ви хотіли поміняти? Может быть, школу даже поменять, потому что это из-за того, что очень много уроков, ну, просто устаешь. Вообще, это была идея мамина. Не сказать, что я хотела туда сильно идти. Маме треба звернути на це увагу. Хлопці, дякуємо.
Какая вся красивая. Очень аппетитно выглядит. Это настоящий аюрведический индийский ужин. Баба гануш, сыр панир в нори. Это кофта. И все вот эти штучки ты готовила сама? Да. Я обучалась и в Индии готовить. Обучалась здесь, в Украине. Я специально ездила в другие города к шефам и училась готовить вегетарианские блюда. А почему железная посуда? Знания древние говорят о том, что через посуду передается как бы карма гостя. А мы не знаем, хорошая у него судьба или плохая. Так вот, как раз железная посуда не передает карму. И индусы все едят из такой вот посуды. Не знаю, не знаю. Мне казалось, что нужно лучший сервиз достать из закромов. Дуже смачна оця штука. Все очень-очень вкусно. Просто потрясающий вкус. Никогда не пробовала чего-то подобного. Страви були надзвичайно смачні. Ну, от тут просто потішило. Ирочка, подскажи, а мы увидим твоего супруга? К сожалению, он в командировке очередной. Он летчик, пилот воздушного судна. И его очень часто не бывает дома. Поэтому сегодня вам не удастся его увидеть. Очень жаль. В доме ничего не показывает вообще на наличие мужчины. Ну, грубо говоря. Как ты относишься к тому, что муж постоянно в разъездах, а ты дома одна? Я привыкла, и это положительно сказывается на наших отношениях, потому что мы успеваем соскучиться друг за другом, мы обмениваемся тем, что мы делали в разлуке, поэтому для меня в нашем конкретном случае это хорошо. Сколько-то дней в месяц ты видишь своего мужа? Ну, где-то дней 10. Дней 10 подряд или это нет, разброс? Ты за ним не скучаешь? Скучаю, мне его не хватает, но я сильная женщина. Я самодостаточная, целостная женщина. Мне скучно вообще не бывает априори. Я люблю быть одна. Мне есть чем заниматься. Ира радуется и кайфует отсутствию мужа дома. Не хочу рыться в чужом белье, но что-то тут не так. Но ты ему доверяешь? Очень. Измен не было за всю свою? Да, ну это просто смешно даже думать об этом. Ну где он найдет такую другую, как я? Это глупые очень вопросы и завистливые. На месте Иры я бы переживала. Муж пилот, с ним работают молодые красивые стюардессы. Ох, девочки, я даже не допускаю таких мыслей. От таких женщин не уходят. Странно такое слышать от 50-летней женщины. Думаю, что Ира так обхаживает своего мужа, потому что есть риск, что он может найти кого-то помоложе. Мы пообщались с детками. У меня сложилось такое впечатление, что младшие не слишком им нравится находиться в кадетском училище. Не хватает им свободного времени. Я прекрасно понимаю своих детей, ведь никто не хочет напрягаться. Никто не любит работать. Детям нужны рамки. Детей нужно направлять. Я не диктую, делай это, но постоянно направлять надо, пока они дети еще. А тепер у мене дуже серйозне запитання до тебе. Ти знала, що їх там б'ють вчителі? Это тебе младший сказав? Так. Да, младший син фантазер. А середній підтвердив. Тобто, коли вже інформація від двох хлопців надходить, то, можливо, варто про це замислитись. Можливо, тобі варто спробувати повірити своїй дитині, оскільки не буває фантазій у дитини так от без жодного підґрунтя. Я не знаю, що тобі сказати. Я буду з цим розбиратися. Я хочу понять, фантазія ли це дітей, или на самом деле це там так і произошло. Діти в 11 років здатні розрізнити, де правда, а де вигадка. І коли дитина фантазує, вона робить це цілком свідомо і з певною метою. Ймовірно, Стефан не може вирішити питання школи з батьками напряму, тому він вдається до брехні. Коли діти вигадують жахливі подробиці зі свого шкільного життя, це завжди є маркером того, що ситуація потребує втручання батьків. Я бачу, хай невелику, але проблему з мовленням. Тобто обидва молодших хлопця, вони розмовляють нечітко, вони погано формулюють свої фрази. Ти повинна розуміти, що вони розтерялися, вони устали. І говорять вони дуже добре, проблем з речою я особо і не бачу у них. Вони хороші, свободні хлопці, чисті. Але, тим не менше, вони рівнують постійно, вони все час сражаються, вони в боротьбі за моє увагу.
У нас заведена такая традиция. Я хожу с ними на свидание. Вот сегодня я, допустим, Милана беру. Мы идем в кино, мы потом идем в кафе. Потом я беру Стефана. Ну, с Баженом я уже давно не провожу время. Как-то так получилось. Но вот с этими двумя парнями, кадетами, я устраиваю им такие свидания. Свидание с мамой? Серьезно? Я задаю им уже стандарт. Учиться строить отношения со своей будущей там девушкой. Вот, тобто ти моделюєш ситуацію, ти ставиш себе фактично на місце майбутньої дівчини, щоб вони на тобі тренувалися. Да, я задаю эти стандарты. Потому что, глядя сейчас, какие девочки растут, мне вообще страшно, среди кого выбирать. Так пусть смотрят на свою мать и решают потом, кто должен быть рядом с ним. Іра, припини страждати оцією фігнею. Це вже якось пахне диповим комплексом. Це коли син вбачає в своїй мамі не маму, а сексуальний об'єкт. Ір, я в восторге тим, як у тебе все тут крутиться вокруг тебе, но все-таки мальчики заслуживають більше пространства, більше дитинства. Пожалуйста, дай їм це. Я вообще не понимаю, в чем проблема. Или мне их переселить к себе в спальню? Тогда, извините, а чей это дом? Моих детей? Или это мой с мужем дом, который мы построили? Это наше гнездо, в котором дети на какой-то период взращиваются. Они вырастут и улетят. Имея одну девочку, ты мне даешь советы, как мне обращаться со своими тремя мальчиками? Ты считаешь это нормально? Я считаю, что... Ты все равно должна прислушаться к моему мнению. Я ничего тебе не должна. Потому что мальчики тебе не могут сказать в лицо это. Они тебя боятся, побаиваются. Ты их видела час, а я с ними прожила всю жизнь. Я вообще не могу принять советы от Даши. В силу того, что она мне в дочери годится, я выше по рангу нахожусь. И советы могу я ей давать, а не она мне. Мне вообще показалось, что ты избавилась от детей, чтобы тебе было легче жить от двух младших, с которыми тяжелее. Не, ну люди добрые, ну это вообще уже, ну вы же издеваетесь надо мной, ну как же так можно вообще? Я даже не могу это прокомментировать, это так глупо. Ире нравится быть в одиночестве, она рада, что устроила свою жизнь так, чтобы проводить меньше времени с мужем. Со своими детьми. А чи дослухається Іра до думки Дмитра Карпачова? Здравствуйте, Дмитрий. Вітаю вас. Я мама, у мене троє синовей. Це мені відомо. А чому ви до них по-різному ставитесь? Это так заметно? На жаль, так. Як ви вважаєте, якби в них був вибір, вони б що обрали? Навчатися в кадетському училищі чи жити вдома з мамою? Вот так сложились именно обстоятельства. Но я вам скажу, что после съемок я забрала їх з цієї школи, і вони там проучились всього 2 місяці. Ну, якщо так, то нема питань, але навіщо ви туди їх відправили? Куди-то в Київ возити було достатньо складно. Ми живемо за містом. Тому ми вирішили там у нас, в селі, локально, щоб вони походили в школу. От вони почали ходити в цю школу. Скатились совершенно, забули англійський язик. І я просто вынуждена була щось робити, щось поміняти. І я їх перевела в боярку. Плюс такие дети, вот младшие мальчишки, ими достаточно сложно управлять. А так как муж у меня всегда работает. Так а забрали чему? Из-за этого конфликта, который произошел у среднего сына с директором. А потом и младший подтянулся, тоже начал рассказывать. То вы им поверили? Детям? Конечно, это мои дети. Ну, ви ж говорили, що вони фантазують, вигадують, що насправді все інакше виглядає. По-разному буває. І можуть фантазувати, особливо младший. Але середній у мене не фантазують. Чому тоді це була маячня, а тепер це призвело до того, що ви забрали їх? Понимаете, одно дело на передаче. Когда случилась передача, я была не в курсе конфликта. Я начала с этим разбираться. Поехала один раз, второй, и просто их оттуда забрала. Вот и все. Ви таку фразу сказали, вона мене так трошечки збентежила. Я воспитываю породистих самцов. Ответственных существ. Ну я же женщина. Ну я просто так сказала. Благородных.
Для меня очень важно дать хорошее качественное образование. Для меня важна среда, где дети растут, где они вращаются, це, как проходит их время. Це все зрозуміло. Для мене теж важливий розвиток дитини, там, оточення. Але у мене навіть в думках немає так поставитись до свого сина. Мне неприятно, конечно, это слышать. Я готова признать свою ошибку. Це не принципово для мене, чи ви визнаєте свою помилку, чи ні. Ця зустріч для того, аби я вас зрозумів. І мені цікаво, як ви собі це пояснюєте. От говорити про породу можемо, коли ми цуценя додому беремо. Люди очень часто говорят, там, самка, самцы, люди ассоциируют себя с этим, потому что у нас есть животная природа. Вот вы зацепились за это так. Словосочетание, так. И сейчас вот вы меня начинаете так опускать. Мне больно, понимаете, сейчас? Вот вы реально мне делаете больно. А как вы вважаете, дети ваши, если побачать, что их мать до них так ставится, им будет боляче? Чи они уже привыкли до такого? Як я до них ставлюся? Ви їх назвали породистими самцями. Ну, це ж не серйозно. Ну, зачем ви так? Ви говорили це досить серйозно. Я й тому намагаюся зрозуміти. В мене складається враження, що ви не можете це обґрунтувати, аби це виглядало пристойно. І тому ви хочете це все перевести на жарт. Але ви не жартували, коли це говорили, на мій погляд. Да я об этом даже не думала так. Не опускайте мене, пожалуйста. Не треба драматизувати ситуацію. Я намагаюсь зрозуміти, що і чому ви робите. Якщо ви робите вчинки, усвідомлюючи, які ви себе так відчуваєте, то це ваше відчуття. І не треба перекладати на мене відповідальність за те, що ви там відчуваєте. Чому ви плачете? Остановіться. Я ничего плохого не имела в виду. Можливо. Ничего. Просто мальчики для меня все. Я как тигриця готова их защищать, бороться за них. Зараз ситуація, в якій хтось вам не повірив. Ну, я вам не повірив. Чому вас це призводить до таких почуттів? Просто как-то больно, что акцент сделан на это. Это какой-то мой больной, может быть, вопрос, да? Потому что есть проблемы у каждой семьи. Когда вот идет сомнение, что я как-то там неправильно отношусь к своим мальчикам, меня это очень ранит. Вы не впевнені в том, что вы до них добре ставитесь? Я критику слышу в свой адрес, я очень болезненно это воспринимаю. Вот и все. И вот что сейчас произошло. Вы понимаете, что у меня нет идеи сделать вам неприятно или боляче? Не знаю. Вы уже сделали. Если честно, вы на меня набросились. Не, я сидел тут, вы сидели там. Но это я говорю о другой стороне, ментальной, моральной, энергетической, понимаете? Мне ваша поведенка нагадала досить популярную жіночу манипуляцию. Говорили, балакали, сели та й заплакали. Я правда подумаю насчет породистых самцов, и я поговорю с ними на эту тему. И если их это обижает, я решу этот вопрос с ними. Дякую, что пришли. Дуже сподіваюсь, что вы сделаете певні висновки, и ваши дети будут мати еще кращу маму. Спасибо, Дмитрий. А чи по-царськи щедро оцінять Іру її суперниці? За самореализацию я Ірі ставлю 9. Она в своей стихии, она занимается любимым делом, она цветет и пахнет. Настоящая женщина. За хозяйновитість я ставлю їй 6. Смачно, приємно, прекрасний інтер'єр. Але мені не вистачило живих домашніх тварин. Щоб десь там котик ходив, або пташечка цвірінькала. Щоб воно не було таким штучно пафосним. За воспитання дітей я Ірі ставлю 3 бали, тому що дітьми Іра дуже мало займається. Вона більше себе бачить одинокою, ніж в кругу сім'ї. У наступній програмі матусі навідаються до матері героїні Лілі. Я мама 6 дітей. Ми большая дружна сім'я. Але які страшні таємниці ховаються за фасадом дружньої родини? Це фотографії маленької дівчинки. Крім синяков, там був шрам глибокий і великий. Я боюсь представити, від чого цей шрам. Це безконечність. Адского ада. Та що змусить Дмитра Карпачова провести власне розслідування?
Для мене важливо було це зробити, тож, на мій погляд, чесно було показати це іншим матусям. Це людина, яка небезпечна для суспільства. Та не гадяйка вона.